Всех приветствую, продолжаю просматривать картины, их описание. «Смерть и дело», панно маслом, Ханс Бальдунг, 1517 год, 30/15, находится в Швейцарии, работа. Дюрер оставил после себя важного ученика, чьи работы хорошо отражали беспокойство и глубокий духовный кризис его времени. Это был Ханс Бальдунг по прозвищу Грин, потому что, по-видимому, он был одет в зеленую одежду. Темы которого, например, «Смерть и дева», отражает интеллектуальное и эмоциональное смятение, типичное для того времени. Его чувственность в сочетании с живым чувством гротеска проявились в серии аллегорий о жизни и смерти, которую он написал в зрелые годы. Эта работа принадлежит к этой серии, а также к другим работам, в которых средневековая тема «Танца смерти» предстает как навязчивая идея. В этой версии популярной тогда темой смерти и девушки, ожидаемой возлюбленной девушки, оказывается гримасничающей смертью, которая обнимает ее, теребя ее волосы костлявыми пальцами, напоминая, что ее красота скоро исчезнет, о чем предупреждает зловещая надпись над ее головой. «Это твой конец». Вот такое описание я нашел в интернете к работе Ханса Бальдунга. Работа называется «Смерть и дева», масло, 1517 год, 30/15, находится в Базеле, Швейцарии. Пока-пока, до свидания.